Геннадий Фролов, как и большинство нефтяников старшего поколения, он приезжий. Родился в 50-м году в станице Клецкой, Волгоградской области. Семья была небогатая. Пробиваться в жизни приходилось за счет своих сил. В школе учился на отлично. По окончанию 10 классов в 67-м году стал перед выбором будущей специальности. Поступил в Волгоградский техникум нефтяной и газовой промышленности по специальности транспорт и хранение нефти и газа. 3 года в техникуме, диплом с отличием. После окончания жизнь определяющий момент распределения. Как и большинство однокурсников, потянулся за романтикой севера на Сахалин. Было бы сказано, отличнику отказывать не стали. На Сахалин значит на Сахалин. Остров встретил молодого специалиста суровой погодой и добрыми людьми. Было очень тяжело, все же, как сказать, вот, ну, будем говорить с ученической, так сказать, с учебной скамьи, сразу практические вопросы, все равно это, ну, как сказать, разница очень великая. Познавал уже, как сказать, и теоретическую часть, чисто теорию совмещал с практикой. Молодого энергичного специалиста начальство взяло на заметку. На ахинском промысле засиживаться не пришлось. Геннадий Фролов – любящий муж и отец семейства, руководитель важнейшего структурного подразделения акционерного общества «Сахалинморнефтегаз», почетный нефтяник, заслуженный работник нефтяной и газовой отраслей промышленности. Более 30 лет на Сахалине, трудовой путь от мастера до начальника управления магистральных нефтегазопроводов.